Шампиньоны в лесу вырастают до каких-то гигантских размеров. Вот один из таких шампиньонов. Отчетливо видна юбка. Вот. Ну а так точно не могу сказать, съедобный ли этот гриб. Или не очень. Вот в молодом виде, он выглядит вот так. Такой шарик. Если у него на ножке желтизна, то, соответственно, он ядовитый шампиньон. А вот так он выглядит в старом виде. Вот такой вот, старый такой.